В связи с слиянием активных фронтальных разделов ночью и утром 24 июня на большей территории Приморского края пройдут дожди, местами сильные, количеством до 50 мм за 12 часов и менее. В отдельных районах осадки будут сопровождаться грозами, усилением ветра до 20 метров в секунду. На реках края возможно формирование локальных дождевых паводков с подъемом уровня воды более чем на 1 метр. На отдельных участках вероятно подтопление пониженных территорий. Главное управление МЧС России по Приморскому краю рекомендует населению воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов, а также исключить выходы на охоту, рыбалку и туристические маршруты на период предупреждения. Отдыхающим на побережье переместиться в безопасные районы, владельцам маломерных судов следует воздержаться от выхода на морскую акваторию. Уважаемые жители и гости Приморского края, просим обо всех происшествиях сообщать по телефонам 101 и 112. Берегите себя и своих близких.